Идеальный кристалл сделает луч тоньше. Материалы ведены, соответственно, новый материал. Угу, защ защита я. от радиации для космоса это важно. Фармакология, выращивание там, крупных белков опять же, возможно, в невесомости. Там дальше проблема, как их спустить обратно, но ну, она тоже решается. Ну и на самом деле многие-многие другие вещи.